Всем здорово, пацаны, с вами Амин, как всегда, продолжаем играть на третьей смотре. Сегодня на шоу Тюнингера, Тюнингерм Субару. Swag, bitch. Первое нам это надо снять денежек. Давайте снимем 1 472 790 рублей. Все, сняли, у меня на счету 1 миллион. Поехали его покупать. Стырил на 7-м этаже. Так, заходим, надеюсь, его еще никто не стырил. Вот он стоит. Покупаем, короче. Так, сегодня тачку буду делать под дрифт, так что заезжаем сначала мы в Ишина Наташа в тюнинг автомобиля и ставим на него какой-нибудь тюнинг. У нас бюджет, ну, где-то лям 800 еще, но я больше ставить не буду. Так, мы купили вот такой вот, у нас уже получается сначала, и теперь покрасим его в другой цвет. Покрасим, так как цена очень большая, мы покрасим его в красный цвет. Теперь мы заехали на диски и посмотрим по дискам, что тут можно поставить. Приехали на чепочку, поставим на нее какой-нибудь хорошенький дрифтик. А попробуем пока на задний привод поставить. Приехали мы, короче, в тонировочный центр и Xenon, и поставим на него где-то тонировку по 60-80-80, где-то так. Поставим кристально-белый цвет. Вот так. Все, покупаем, короче, 44 тысячи. Теперь посмотрим в винилах, что-то можно. Можно ли что-то добавить. Если было бы так, было бы вообще топчик. Так, градиент. Теперь приехали на заправку, заправимся и починимся. Давайте помоемся. Кстати, я покрасил еще тисочки за 25 тысяч. Но это не заснял. Так, помылись мы за 5 тысяч, а также заправимся. Сливаем это топливо и заправляемся 98-м. Это все, вот такая вот серичка по Subaru вышла. Обязательно напишите, как вам данный Subaru, нравится или не нравится. Мне также интересно ваше мнение. Чё мне
не хватило еще тут сделать. Я хотел поставить здесь другой винил, такой вот черный с беленьким виниличек. И поставить сюда, конечно же, другие номера, так как эти вообще сюда не лепятся. И вообще без понятия, что это за регион, что это за сочетание цифр и букв. Ну вот такое, это, конечно, все в скором времени доделаю, когда появятся деньги, так как покупать резон сейчас вообще нету денег, и покупать номера и винил — это как-то тупо. А вот такую сумму, как вы видите на экране, я потратил на данный субарик. Немало, я вам скажу, но такое. Буду ездить, наверное, надеюсь, он не окупится. На этом все, с вами был Эван, ставьте лайк, Костик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пацаны, и всем пока.